Посылка с Китая с копией телефона Nokia X2 на 2 сим-карты. Был заказан на AliExpress. Посылочка летела в Украину 21 день. Давайте сделаем анбоксинг. Не очень хорошая упаковочка по сравнению с другими телефонами. Но коробочка не пострадала. Вот такая вот коробочка из плотненького картона. Комплектация. Зарядное устройство. Гарнитура. Сам телефон. И батарейка маленькая. На 800 миллиампер. Сам аппарат собран очень хорошо с первого взгляда. При скручивании нет никаких скрипов. Довольно приятненький телефон. Цена данного телефона $20. Он обладает 2-дюймовым дисплеем с разрешением 240 на 320 пикселей. К сожалению, нет русской клавиатуры, только английская. Давайте включим его. Огромный просто динамик. Два слота под сим-карты и слот под карту памяти microSD. Давайте включим. Очень громкий динамик. Я такого громкого динамика в жизни не слышал. Также здесь есть кнопки управления плеером. Ну что ж, с первого взгляда аппарат неплохой. Вот в сравнении другой китайский телефон Nokia, анбоксинг которого мы делали в прошлый раз. Этот телефон легче. В этом телефоне металлический корпус. Здесь пластиковый. Вот такие вот телефончики. Ждите на нашем канале обзор. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. В скором времени будет еще больше анбоксингов, а также обзоров на китайские телефоны, планшеты и другую интересную технику с Китая. Пока! Как оказалось, здесь есть русская клавиатура, но она практически не видна, если подсветка выключена. Если включить подсветку клавиатуры, здесь, как видите, есть русские буквы, что порадовало.